Для тех, кто не верит, что Орана настоящий Эрмес. Последняя коллекция. Поднялись цены и на Ораны, 565 евро. А это цветочки, которые мне подарила моя невестка на День матери. Только я не знаю, как этот цветок называется, чтобы правильно ухаживать. Но на всякий случай чуть-чуть подлила воды вниз. Мне сказали, даже их можно в землю посадить. Настасья Филипповна, добрый день. Как называются эти цветы по-итальянски? Надо посмотреть в Гугле, как за ними ухаживать мне. Этот ремешок Келли очень стало трудно достать тоже. Вообще все стало трудно достать, Эрмес. Это все мои последние покупки. А это вот у меня всю жизнь было, лет 10 от Шанель. Они сейчас стали вообще 1500-2000 брошка. Это... Это такие вещи, которые всегда вложение денег. В любой момент их можно очень дорого продать.